Приключения Вида в Останкино. У меня уже нет ключей. Первый канал – это Красный Квадрат. У меня есть к тебе просьба. Помнишь телекомпанию ВИД? ВИД? Конечно, помню. Вот что. Я же собираю у него передачи и даю их тебе. Можете передать мне ключи от его офиса? Ты же его там покалечишь. А как я могу тебе разрешить, если он производил для меня передачи в 90-х? Ах так? Тогда я больше не буду делать тебе программы, тебе показывать будет нечего. Ладно, ладно. Дам ключи, но тогда ты будешь делать, кто хочет стать миллионером. О, здорово. Иду к тебе. На, держи. Большое спасибо. Ну все, Вид, тебе конец. Ох, что же я делаю? Он же просто убьет этого Вида. Надо чаю выпить. Так, где же он их хранит? А, вот же у него сейф. А у меня есть ключ. Интересно, он подойдет? О нет, кто-то украл мои видеозаписи. Там были заставки, передачи, пародии. Пародия с языком. Это же эксклюзив. Как же ее вернуть? Алло, второй канал? У тебя случайно не сохранилась запись Эль-клуба от 1 апреля 95 года? Помнишь ты, когда еще РТР был? Увы, нет. У меня не сохранилась эта передача. Понятно, спасибо. Что же делать? У меня же еще и сценарии пропали. Я теперь главный производитель программ. Надо теперь поставить свой флаг над входом. А что ты будешь с этим всем делать? Передачи буду делать сам. А со всем остальным вот что. Все, с дисками покончено. Смотри на мое чудо техники. Размагничиватель магнитной ленты.
Запускаем размагничивание. Ха-ха-ха. Теперь посмотрим, что осталось. Ну вот, и так со всеми кассетами. Что же я сделал? Зачем же я дал красному квадрату ключи от своего Вита? Все, прощай, Вит. Эй, первый, ты где? Оставлю я это здесь. Пусть поймет, что с ним покончено. Ура! Мои заставки, мои ключи! Что? Нет диска? А другие? Черт, как я отформатировал диски. А кассеты что, тоже? Нет, он все размагнитил. Что у меня вообще осталось? Поле чудес, жди меня, служу отчизне, невероятные истории про жизнь, и то она в отпуске. Эх, ладно, надо идти снимать поле чудес. Эй, Вит, хотел сказать тебе, что Вита больше нет, и над входом стоит мой флаг. Ах ты, сейчас ты у меня получишь. Мазила, опять. Эй, отдай назад. Черт, теперь он набрал еще и пули чудес. Что это за поле чудес такое? Что-то тут не так. Ха-ха-ха-ха. Я отобрал у него одну из его визитных карточек. Да что там КК делает с видом? Сломаем его защиту. Найдем его в сценарии. Ага. Здесь ничего нет. Поле чудес я у него уже отобрал. Вот что у него осталось. Скачивай. Есть. Теперь вторую. Все. Теперь у тебя ничего нет. Эй, нет, еще не все. У него же есть еще сайт. Поиск.бит.ру. Ладно, ночью сделаю вирус и заберу сайт. Теперь осталось загнать его на сайт. Есть. Вид, как ты так мог?